Другим новостям. 6 мая у мусульман начнется священный месяц Рамазан. Он продлится 30 дней. А 5 июня верующие отпразднуют Ораза Айд. Ночь предопределения Кадыртун мусульмане встретят 1 июня. Рамазан – это время добрых дел и благих поступков. В течение священного месяца верующие должны давать милостыню, ограничить себя в питании, отказаться от курения и развлечений. Таким образом, мусульмане совершают физическое и духовное очищение. Но есть категория людей, которым священный пост можно держать в другое время. Мы летом держим пост около 17-18 часов, поэтому у тех, у которых давление, у тех, у которых, сказать, сахар, им тяжело. Они могут это возместить зимой, когда у нас дни короткие. То есть если пост вредит нашему здоровью, то этому человеку не обязательно. Есть люди, которые, несмотря на свою болезнь, все равно держат, тем самым они хотят показать свою покорность. Но такая покорность перед Аллахом не принимается. Вторая причина – это если человек в пути. Если ему, кстати, путь тоже тяжело дается, тогда ему не обязательно держаться.